Мы прокрашиваем межресничный контур каялом Faberlic. Кстати, очень отличный, он лучше, чем Maybelline, потому что, ну, просто правда он лучше. Поверьте на слово, он никуда не бежит, не скатывается, не течет. Кстати, заодно сейчас проверим на Татьяне. Но я услышала, что Вики, он может отпечататься. Ну, ты, потому что дай ему немножечко подсохнуть после того, как ты его нанесешь. У нас Татьяна такой полупродвинутый пользователь. Но чем больше мы с ней работаем, тем более она продвинута. Так, мы нанесли стрелочки. Это Каял Фаберлик. Сейчас тушью Maybelline, да, Lash Sensational. Мы быстренько прокрашиваем реснички. У нас всего 15 минут. Макияж на Хэллоуин за 15 минут. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Это Ольга Швец. Я тебе подарила исключительно для того, мы просто наносим блеск, в данном случае это BU оттенок, я напишу, очень классный блеск, супер. Можно, конечно, больше добавить всяких синяков, крови и размазанного, там, я не знаю, по лицу помады фиолетовой. Ну, у нас такая секси-куколка.